Всем здравствуйте. Меня зовут Алена Мартыненко. Я независимый интернет-предприниматель, директор компании Oriflame. И сегодня я хочу поделиться с вами своей историей роста. Меня Лиля пригласила к вам на вебинар. Спасибо большое. Я надеюсь, буду вам очень полезной. Возможно, кто-то из моей истории роста узнает себя, переосмыслит, да, какие-то вещи. А, Лиль, ты меня хотела представить, да? Ну, я сейчас сама представлюсь. Давайте план нашей сегодняшней встречи. Знакомство. Познакомимся с вами. Расскажу о своей жизни до проекта, до работы в компании Oriflame. Что же изменилось? Какие у меня были сомнения, страхи, так как в компьютере я была полной ноль, мне приходилось учиться очень много. Сказка под названием «Oriflame», мой первый банкет директоров и конференция в Египте, отпуск за счет компании. Еще раз, да, зовут меня Алена Мартыненко, мне 26 лет, я из города Саратов. На сегодняшний день я нахожусь в звании директора компании Oriflame. Вот это вот моя любимая семья, мой муж Андрей, мой сыночек Данила. Данилке 4,5 года, мы сейчас в садик ходим. Большой он у меня уже, взрослый. До того, как я пришла работать в компанию Oriflame, я была в декретном отпуске. А до декрета работала медсестрой в терапевтическом отделении и получала зарплату 7000 рублей. Не густо, правда? И сейчас, да, что вот я имею на сегодняшний день, я счастливая мама, жена и успешный интернет-предприниматель с растущим доходом от 30000 рублей в месяц, да? 3 недели, точнее, так как у нас зарплата раз в 3 недели. Доход сейчас больше, да, в 4 раза, и это не считая премий. Ну, немножко расскажу, как же я жила, да, до знакомства с компанией. Я закончила медицинский колледж. После того, как я закончила колледж, я не могла устроиться на работу. Молодые специалисты, к моему большому удивлению, были никому не нужны. Либо говорили, что нет опыта, либо не те сертификаты, хотя когда я училась в колледже, я старалась пойти на все курсы, которые предлагались, да, чтобы у меня было побольше корочек. Думала, что сейчас меня примут на любой работе с распростертыми объятиями. Но на самом деле все оказалось довольно-таки сложно, да, и все не так, как я себе это нарисовала. Ходила везде, пыталась устроиться, но никто меня никуда не принимал. Мне пришлось еще, да, после окончания колледжа, пришлось еще пойти учиться. 3 месяца я училась и получила другой сертификат, а только после этого меня взяли на работу. Устроилась я в госпиталь ветеранов. Моя зарплата была 7000 рублей, но денег, конечно, не хватало. Сами понимаете, да, что такое 7000 рублей, что с ними делать? Месяц пашешь, получаешь в конце месяца зарплату и думаешь, куда их деть? Надо за квартиру заплатить, да, коммунальные услуги, там интернет. Хочется, конечно, еще одеваться, кушать хорошо, но с таким доходом не разгуляешься, да? И к тому же, когда я устраивалась на работу, я устроилась в частное учреждение, да, то есть мне сказали, что мы пока тебя берем, потому что вот, ну, нам сейчас требуется. Но когда на твое место выйдет девочка, да, ну, мы тебя попросим. Ну, то есть мне прям вот лет так и сказали. Ну, в любом случае у меня выбора не было, работа была нужна, поэтому я там осталась. А через полгода, наверное, месяцев 5 даже я отработала, я сама уволилась. А,
Что если ты работу взяла, только, не знаю, нервы потратила себе, и, в принципе, больше ничего. Уволилась, потому что не сложились отношения с руководством, а с коллективом. То есть там каждый был, так скажем, на своем месте, да? В основном все знакомые там работали, ну, кто-то через кого-то, а я пришла вот такая вот с улицы. То есть как бы не очень там это приветствовалось. А после чего я уволилась, я решила пойти учиться еще в педагогический институт. То есть у меня работы уже не было, но была учеба. Поступила я учиться заочно, ну да, можно сказать, белая ворона, действительно. Поступила учиться заочно в педагогический институт. И муж мне сказал, как раз мы тогда узнали, что у нас будет малыш, сказал, сиди дома, никакой тебе работы не нужно, да, иди учись, растите, чтобы не нервничали больше. То есть на время декретного отпуска я сидела дома, да, нигде больше не работала. Ну, здесь уже, конечно, рождение малыша, да, все время посвящал только ему. Уже как бы, ну, соответственно, ни о какой работе не думала. Но так как когда появляется в семье малыш, сами понимаете, затраты увеличиваются в разы, хочется, да, ребеночку все хорошее купить, все новенькое, чистенькое. Элементарно, да, сколько стоят одни памперсы. Я думаю, что здесь есть тоже мамочки в декретном отпуске, вы меня поймете. Конечно, денег стало не хватать, и мужу пришлось устроиться на вторую работу. Дома мужа я совсем не видела. Приходил он, уходил рано утром, приходил поздно ночью, уставший, весь на нервах тоже. И я, да, тоже одна все время с ребеночком, трудно. Тем более ребенок первый, еще толком не знаешь, что и как. Ну, соответственно, уставали мы оба, он на работе, я дома тоже одна. Было свободное время, пару часов, и все свободное время, которое вот у меня появлялось, да, я вязала, вышивала, то есть вот так вот я отдыхала. Ну, вот так как вторая работа мужа, я вот так на него смотрела, жалко мне его, конечно, было, но выбора-то не было, я же не могла пойти на работу. Но я решила, что, несмотря на то, что я сижу дома, можно же найти какую-то подработку, правильно? Я стала искать подработку. Но залезть в интернет и посмотреть, что там предлагают, у меня совершенно не было такой мысли, потому что с интернетом я не дружила, мне это было никогда не интересно, все мое время уходило на вязание. И я стала просто скупать во всех ларьках, как сумасшедшие газеты, и искать там работу. Ну, нашла. Одно предложение мне показалось заманчивым. Я, в общем, хотела собирать мозаику на дому. Тем более я узнала, что у меня знакомая тоже этим занималась, и вроде там неплохо платят. Я решила попробовать. Но все, что из этого получилось, это трата собственных денег, потому что там нужно было изначально купить пакет документов, купить все необходимые материалы. Но у меня ничего не получилось. На самом деле это очень такое тонкое занятие и требует много сноровки, да. И в конечном итоге я тратила и тратила только свои деньги из собственного кармана, ну, ничего не заработала. Итог заработанных 0 рублей. Но, к сожалению, вот так вот получилось. После чего я все это забросила, опять расстроилась, деньги потратила, семейные бюджеты, да, ничего не заработала. Решила, что, ну, все, никакая работа мне не нужна, будем как-нибудь перебиваться, да. Но тут меня муж зарегистрировал в Одноклассниках, сама я не умела этого делать, не знала, не хотела. И, ну, так, даже элементарно, да, чтобы я немножко хотя бы расслаблялась, там, может, с друзьями там общалась. Но тут мне пришло предложение в Одноклассниках поработать в интернете. А когда я узнала, я спросила, да, что это такое, Светлана Винокурова, это мой спонсор. Она мне рассказала о проекте, это проект «Экспресс-карьера», может быть, слышали. Ну, я сказала, что нет. Орифлейм, думаю, нет, Орифлейм точно, это не та работа, где я хочу быть.
потому что Oriflame я как бы знала уже давно эту компанию. У меня сестренка работала с каталогами, и как-то она мне предлагала, да, тоже пару раз попробовать. Ну, я брала каталоги еще когда училась. Всегда боялась показать этот каталог и спросить, думаю, сейчас буду навязываться, не хочу. То есть я не поняла смысла, да, работы, я сразу отказала. Просто вот Oriflame, у меня вот сразу такие ассоциации возникли. Но спасибо огромное моему спонсору, что она от меня вот так вот просто не отстала. Она мне через какое-то время написала еще раз и еще раз. И только с третьего раза я попросила всю подробную информацию, изучила, почитала, и предложение мне показалось заманчивым. Я сказала, хорошо, я попробую. То есть на тот момент... Ну, меня это заинтересовало, видимо, тогда я еще была не готова. И здесь уже я зарегистрировалась и попала вот в такую страну, эта сказка под названием Oriflame. Вот такие вот двери, да, которые могут открыться для каждого из вас. Главное только в это поверить, да, и действовать, делать, верить в себя. Но я столкнулась со многими трудностями, так как в интернете я совершенно не умела, да, работать, я компьютер не знала. А первое, с чем я столкнулась, это что такое электронная почта. Сейчас, может быть, кому-то покажется это смешным, да, вроде бы элементарные вещи, как узнать, что такое электронная почта. Но когда мне попросили, сказали, что письма прислали на электронную почту, да, я звоню мужу в панике. Данные, кстати, Светлане мы тоже вместе. Я просто их скопировала, мне муж прислал, я скопировала, отправила. Вот там-то как раз и была электронная почта мужа. Я ему звоню, говорю, с меня просят электронную почту, там какие-то письма, что это вообще, где мне это брать. Муж кое-как мне объяснил по телефону. Зашла я на почту, да, я не смогла отправить письмо, я не знала, как это сделать. Я все истыкала там, но не нашла. То есть представляете, да, насколько не знать компьютер. Поэтому мне пришлось учиться основам работы на компьютере с самого нуля, с самого начала, изучать все азы. Конечно, мне супруг помогал, вечерами приходил, говорил, вот, сюда нажимай, смотри, все же так просто, почему ты не понимаешь? Помучился он тоже со мной. Но тогда я четко для себя решила, что я всему научусь, я смогу, я хочу работать, я хочу зарабатывать, и у меня обязательно все получится. Здесь регистрация в проекте у меня была, это 16-й каталог 2012 года, то есть это перед самым Новым годом. Сразу после регистрации я активно включилась в работу. Думаю, что раз раньше, да, я не соглашалась, сейчас мне нужно быстрее-быстрее наверстывать упущенное. Я много читала, я ходила на вебинары, на планерки. Я заваливала просто вопросами своего спонсора, наверное, месяца три от даты регистрации. Я просто ответа не отставала. Я писала ей в скайпе и на почте, и звонила на телефон. В общем, везде, где можно, я ее вылавливала. Также я делала все по инструкции, да, и следовала всем рекомендациям. То есть самодеятельностью я не занималась. Вот что мне говорили, то я и делала. Кстати, немножко от темы, да, отойду. Есть хороший анекдот на эту тему. Вот сейчас мне прям в голову пришел. Возможно, слышали. Как-то в лесу собрались лев, медведь и волк. И начали спорить, кто же станет директором. Лиса, не волк, а лиса. Лиса говорит, я стану директором, потому что я хитрая, я всех обману. Все будут делать так, как я скажу, я стану директором. А медведь говорит, я стану директором, потому что я сильный, меня все боятся. Лев говорит, ну, я царь зверей, как это так, это я стану директором. А директором стал попугай, который повторял все, что говорит ему спонсор. Вот и я была таким же попугаем, который повторяла все действия, дублировала своего спонсора. Вот этот анекдот мне очень нравится, потому что он про меня. И через 3 месяца активной работы я вышла на уровень 12%, стала менеджером компании и получила свою первую премию $100.
также, конечно, продолжала активно работать. У меня было много планов. Я планировала, да, ставила перед собой цели и говорила всегда себе, что у меня все получится, я все смогу. Потому что в меня никто не верил. Говорили, что я занимаюсь ерундой. Такой Орифлейм, какой интернет, зачем тебе это нужно? Сиди, вяжи, больше толку будет. А тут еще, да, у меня возник такой вопрос, как работать, офлайн или онлайн? Вроде бы зарегистрировалась я через интернет, но у меня есть много знакомых, подруг по колледжу, институту, да. Думаю, предложу-ка я тоже им работу, пообщаюсь лично. На тот момент я была настолько заряжена, мне хотелось вообще всем рассказать. Но я все-таки решила, что работать буду и так, и так. Буду использовать те методы, которые предлагает компания, и все способы, да. Я стала рассказывать о работе своим друзьям-подружкам, на что в основном получала отказы, либо надо мной просто посмеивались, подшучивали. Некоторые, конечно, зарегистрировались, но из тех, кто был зарегистрирован, да, практически сразу, никого не осталось, потому что все сдулись. Всем же хочется сразу зарплату получать, да? А здесь получается работа на перспективу, это мы строим здесь свой бизнес. И любой бизнес сначала нужно раскрутить, чтобы потом иметь у него хороший доход, хороший выхлоп, да? Ну, я ни в коем случае не останавливалась, несмотря на то, что все мои подружки разбежались, я осталась и продолжала работать. И мое упорство, мое стремление вот вылилось в такой результат. Это свидетельство о государственной регистрации физического лица, то есть меня, да, в качестве индивидуального предпринимателя. А здесь я еще была в декретном отпуске. Ну, то есть, в принципе, как бы я не работала, да, но ребенку еще не было 3 года. И получается, что я сидела дома и уже стала предпринимателем. Предпринимательство я открыла на уровне 22%. У меня была цель накопить денежки. Сейчас я вам расскажу, для чего. Здесь, конечно, все за меня порадовались, да, все сказали, какая я молодец, поверили. Уже мои друзья и знакомые сами стали звонить, расскажи, ты там делаешь, зарегистрируй, мы тоже попробуем. То есть, видите, да, сначала никто не верил, а как я добилась неплохого результата, люди сами стали писать. Вот такая вот моя новая жизнь с компанией Орифлейм. Я познакомилась со многими интересными людьми, подружилась. Бывала на разных, да, интересных мероприятиях, это мотивационные встречи, которые проходят у нас в городе. Познакомилась с лидерами из других структур. Вот здесь вот на фотографиях я уже получила сертификат. Это я вышла на уровень 22%, открыла директора. Вот здесь вот внизу фотографии мы собираемся в Египет. А Наташа Зуева, да, наш АСН, тоже поздравляет меня с открытием квалификации. И хочу вам показать свою самую первую бухгалтерскую справку. Это после открытия предпринимательства, да, я открыла расчетный счет и уже получила все свои денежки, которые у меня были все это время, да, на моем номере консультанта, я их уже получила наличкой. Общая сумма составила 295 тысяч рублей. Для меня это огромные деньги. То есть таких денег я бы вообще нигде никогда не заработала. Причем сразу, да, такая хорошая крупная сумма на руки. 235 тысяч у меня было на номере, и 59 990 я получила за закрытое звание директор. Это 1000 долларов мне начислили. Причем хочу обратить ваше внимание, кризис, да, в стране кризис, безработица, сокращение, она платит такие премии. Ведь если раньше, когда кризиса не было, 1000 долларов, это было, ну, сколько, 30 тысяч рублей, да, примерно, то сейчас я получила 60 тысяч рублей. Ну, я вот до сих пор в шоке просто, как так? Конечно, деньги для меня это очень огромные, благодаря этим денежкам, да, мы много чего смогли сделать. А также
Я получила все премии по программе TurboRost. Я думаю, что каждый из вас знает, да, что есть у нас такая программа для менеджеров. Начиная с уровня 9%, компания нам выплачивает еще и дополнительные премии. Поэтому обязательно все участвуйте в этой программе, не пропускайте, чтобы у вас уже при открытии ИП накопилась хорошая сумма на счету. И также мне начислили 70 тысяч рублей бонус, такой приятный бонус, да, по программе «Мой автомобиль». Вот где вы еще, да, на какой работе мне бы такие премии платили и такие бонусы? Ну, явно не в госпитале ветеранов, где я раньше работала. Но это еще не все. Помимо дохода, премий, компания всегда нас награждает классными подарками. Много различных акций. Я стараюсь ни одной не пропускать. Я всегда участвую. Если, да, акции для новичков, я регистрирую своих родственников, подруг, тоже под себя прохожу, делаю заказы с их номеров и тоже собираю все подарочки. Вот такие вот подарки я получала. Это не все, это я просто так вам показала несколько, да. Самый классный подарок, который я получила, это ноутбук. У меня сейчас муж на нем работает. Да, у меня тоже всякие еще подарочки есть. А сколько продукции по программе лояльности я насобирала, ну, вы не представляете, всем раздарила, всех одарила. Конечно, раньше себе не могла такого позволить. И еще, чем я, ну, очень горжусь, у нас был автокредит. Миша, он тоже, да, на ноуте работает. Я сейчас тоже Мишу мужа посадила рекрутировать. У нас был автокредит. Мы брали машину, а так как не могли купить за наличку, мы решили взять кредит. Кредит мы взяли на 5 лет. Тогда у меня еще не было открыто предпринимательство. Кредит мы выплачивали 2, ну, 2 года и 3 месяца, примерно так, 2,5. То есть после того, как я получила денежки на расчетный счет, мы закрыли кредит досрочно, и мы так с мужем прикинули, что... Если бы не проект, да, если бы не компания Oriflame, то за кредит мы платили бы еще 2 года и 7 месяцев. Представляете, какая бы переплата была, то есть сколько мы еще и сэкономили. А также мы раздали все долги, то есть полная свобода, мы больше никому ничего не должны, у нас нет никаких кредитов. Вообще очень здорово, очень круто. И, конечно, да, еще такая большая радость, что день рождения у меня был у сыночка. Мы, наконец-таки, за 4 года отметили день рождения нормально. То есть не просто дома, да, как многие это делают. Собрали там узкий круг, там, друзья, родственники, там, бабушки, дедушки, там, тети, дяди. Посидели немножко, да, разошлись. Мы отметили день рождения сына в развлекательном комплексе «Сафари-парк», пригласили друзей. На тот момент мы совершенно не задумывались, что сколько будет это стоить. Я знала, что денежки у меня есть, и, ну, улыбка ребенка, вот эта вот радость, как они там визжали, пищали. Мы покатались на всех аттракционах, мы во все поиграли. Ладно, дети, мы-то взрослые, как ненормальные, там вон на машинках катались, и танцевали, и баскетбол сыграли. То есть, ну, было очень здорово, и нам понравилось, и детям, да, и всем нашим друзьям. Что же еще, да, благодаря компании Oriflame? Во-первых, мы сделали ремонт в квартире, который не делался 20 лет. У нас были уже такие обшарпанные обои. Ребенок нам наклеивал пластилина везде, фломастерами рисовал, ну, как обычно это бывает. То есть, наконец-таки, мы сделали ремонт. Ну, конечно, не прям такой крутой, да, но все обновили. Теперь у нас все чистенько, аккуратненько, все хорошо. Также мы купили новую мебель. Обновили гардероб, то есть сейчас мы можем пойти себе, да, там, какую-нибудь, я хочу какую-нибудь кофточку, я пошла себе купила. Раньше, конечно, только самое необходимое, ну, то есть такого не было, что можно пойти и купить, что хочешь. И еще, да, я помогаю своим родителям, если раньше они мне помогали, там, и денежки, да, там тоже давали, то сейчас наоборот происходит. И чему я очень рада, что я наконец-таки могу помочь своей маме. Мама у меня работает на почте, у нее зарплата 6 тысяч рублей. Сами понимаете, это в наше время, да, с нашими ценами, ну, это вообще ужас просто. Какие зарплаты платить?
Так что я сейчас тоже маме помогаю. А мама помогает мне. Она собирает заказы по каталогу. И хочу еще поделиться своими впечатлениями, как я попала на свой первый банкет директоров. Я об этом очень долго мечтала, всегда смотрела фотографии девчонок, да, которые ездили на банкет, как там круто, классно. Вот я смотрела фотографии и всегда говорила себе, что я обязательно там буду, я туда обязательно попаду. Так. Вот такие вот фотки, да. Чувствовала себя Золушкой на балу. Первый раз за 26 лет я одела длинное платье красивое, туфли на шпильках. Я такого, в принципе, никогда не носила. Обычно это кроссовки, джинсы, спортивная кофта и вперед. Тут просто нереально классно, вообще очень круто. Я познакомилась со многими лидерами, пообщалась. Встретилась, так как работаю в интернете, да, встретилась с девочками, с которыми я также дружу, из других структур. Мы везде фоткались, просто, ну, было очень здорово. А очень классно было, когда пригласили на сцену, да, новых директоров. Я туда выходила, у меня, не знаю, дрожали руки, ноги, я очень боялась упасть. Потому что мне так было непривычно ходить на таких высоких каблуках. Но я держалась. Вручили чеки, поздравили. Мы прошлись по красной дорожке. Ну, было очень здорово, очень мне понравилось. После чего, да, я приехала такая заряженная на работу. Мне нужно было срочно работать, много-много. Но еще, да, такое классное мероприятие, которое вот буквально недавно прошло. Мы недавно прилетели из Египта. Это вообще, это, я даже не знаю, словами на самом деле очень трудно описать. Вот начинаю говорить, да, аж прям вот такие мурашки просто бегут. Вспоминаю, как это все было. Ну, во-первых, я человек домашний, то есть я, в принципе, никуда не хожу. Для меня поездка в Москву на банкет, это тоже было что-то такое. Я всего боялась, как мы туда приедем, куда заблудимся, не дай бог. То есть, ну, сами понимаете, да, все время сижу дома. А тут еще Египет. Ну, предстояло, да, лететь на самолете. А я на самолете не летала никогда. Это был мой первый полет, причем сразу 4 раза нам предстояло лететь. А мы здесь живем недалеко от аэродрома, и прям вот буквально перед самой поездкой самолеты постоянно летают. Так вот смотришь и думаешь, скоро я тоже полечу. Как-то себя так морально настраивала постоянно. Ну, знаете, совершенно не страшно, очень было круто. Мне досталось, как бы, ну, это... В общем, билет, да, получился, я сидела возле самого иллюминатора. Я всю дорогу смотрела в окошко. Я просто оттуда не отлипалась. Такая красота. То есть, вот дух захватывает. Мне очень понравилось, я бы с удовольствием еще полетала. Когда мы прилетели в Египет, нас очень классно встретили. Все такие приветливые, улыбаются. Все как-то это, ну, такая атмосфера, что, ну, не знаю, даже правда, трудно словами передать. Просто нужно вот это почувствовать, нужно на такие конференции обязательно попасть. Кстати, следующая конференция будет в Анталии, да? А кто летит в Анталии? Поставьте плюсики. Лиля. Миша, классно. А еще есть кто у вас? Анютка, привет, я тебя даже не видела. Ну, я думаю, что там мы с вами тоже встретимся, да? Еще раз оторвемся, как видите. А вот здесь вот мы уже, кстати, я познакомилась тоже с вашими лидерами, да, с вашей структуры. Таня, с Машей, классные вообще девчонки, я уже по ним скучаю. Хочется скорее в Анталию, чтобы там тоже вместе погулять, отдохнуть. Также меня поздравили на сцене. Это тоже для меня было полной неожиданностью. Всего квалифицировалось участников на международной конференции 2100 человек. Из них
ну, я имею в виду это те, да, кто выполнил план квалификации на Анталию, на Египет. Я уже заранее. Из них всего 46 лидеров, которые перевыполнили план от 100 и больше квалифицированных рекрутов. Мы уже все приготовились с фотоаппаратами снимать, да, этих героев, так скажем. И тут называют мою фамилию. Я еще, наверное, минуты две стояла, просто думала, может быть, не послышалось. Не может такого быть. И тут меня уже девочка, да, которая рядом сидела со мной, это Катя тоже с нашего проекта, она меня толкает, говорит, Алена, Алена, тебя назвали. Я бегу, сломя голову, по пути хватаю Лилю под руки, говорю, Лиля, иди меня скорее фотографируй. Ну, вообще очень было здорово, нас поздравили, нас расцеловали, разобнимали, да, вот Юрий Михайлюк нас поздравлял. Потом вот это вот золотой, как это назвать-то, это вот мишура. В общем, нас осыпали золотом, так скажем. Ну, было очень классно. Салют, да, правильно. Золотой дождь. Ну, да, и так тоже можно. А после чего, да, после конференции мы здесь вот кушали, нас кормили просто до отвала. Было очень много всяких вкусных штучек. Мы все попробовали. Всего по чуть-чуть. Здесь вот мы завтракаем, да. Было несколько раздач, всякие сладости. Ну да, было очень классно. А здесь уже мы побывали на египетской вечеринке. Вот такая тематическая, да, вечеринка. Смотрите, какие все красивые, да, наши девчонки. Алили у вас вообще самая красивая была, красотка просто. Шикарный отель. Вот такой вот вид на первом слайде, на первой фотографии, да, это вид, мы фотографировали с лифта, там стеклянный лифт, вообще красотища, я такого никогда не видела, то есть мне даже, не знаю, в снах такое не могло присниться, чтобы я могла вот побывать в Египте, причем за счет компании, потому что мы совершенно ничего не платили, единственное то, что мы брали денежки, да, на сувениры, и то мы и не всех потратили. Все остальное это было за счет компании. Перелет, проживание, пропитание, шикарная гостиница, да, во-первых, это отель 5 звезд, а классные, большие, просторные номера, все чистенько, аккуратненько, персонал приветливый. Ну, было очень классно, а вечеринки какие, мы танцевали вообще до упада, просто шли домой, в гостиницу, да, вообще босиком, еле-еле дошли, ноги болели, но нам было так классно, так весело. Конечно, первый раз я тоже увидела море. Никогда раньше не была. Море, пляж, солнце, да, несмотря на то, что мы приехали из Саратова, у нас тут холодрыга, мы приехали в такую жару, мы позагорали, мы искупались. А еще мне очень понравилось, я не знала, кстати, этого, что там рыбки, они плавают прямо вот они, возле берега. Вот эта вот фотография, да, это я фотографировала, эта рыбка, она привязалась ко мне. То есть пока я там ходила, фоткала все подряд, я все подряд фоткала. Вот эта вот рыбка, она плавала за мной везде. Вообще очень классно, это рыбки красивые, их там очень много, здорово. Искупались, да, загорели. Класс, красота. Такая вот у нас еще была вечеринка в белом. Тоже очень здорово. Зажигательное такое мероприятие. Нам выдали такие футболочки, где нужно было написать свое текущее звание. И на обратной стороне цель, то есть какое звание ты хочешь в дальнейшем. Я написала, да, директор, мое текущее звание, и поставила себе цель, это сапфировый директор. Буду очень стараться, чтобы в следующем году, да, я уже это звание закрыла. Вот здесь вот еще на последних фотографиях, даже вот не знаю, как вот, сейчас вот говорю вам все это, и снова как будто я вот там вот побывала. Столько шариков, да, нам раздали всем, представляете, 2100 шаров белых. Каждый шарик
положили фонарик, и потом нам сказали загадать желание и отпустить эти шарики. Представляете, какая красота была, когда просто 2000 шаров полетели в небо. Было очень клево. Песня играла там, гимн «Орифлейм», «Салют». Ну, вообще, незабываемо просто. Я еще вот приехала домой и засыпала, и просыпалась с мыслями о этой поездке. Никак я прям не могла сюда прийти. Было очень классно. И мне вот хочется задать вам вот такой вот вопрос. Даже не чтобы вы мне на него ответили, а чтобы вы ответили сами себе, для себя. Вот каким вы видите свое будущее через 5 лет? Есть уже у вас какое-то представление, или вы так далеко не заглядываете в будущее? Ну, напишите в чате, кем вы себя видите через 5 лет. Так, коротенечко, просто вот даже интересно. Ладно, я уверена, что вы себя все видите большими, да, лидерами. Вот Лиля написала, исполнительный директор, счастливая и успешная. Здорово. Вот так вот оно Лиле будет. 100%. Бриллиантовый директор. Анютка, нифига себе у тебя цели, класс. Исполнительный директор. Молодцы, девчонки. У вас обязательно все получится. Потому что нужно, да, ставить перед собой большие цели. Потому что по ним, ну, не промажешь точно. Но в любом случае выбор есть у каждого. И каким вы видите свое будущее, каким оно будет, решать только вам, потому что все в ваших руках. Вы сюда пришли строить свой бизнес, вы за него в ответственности, да, вы в ответственности за свою жизнь, за свое будущее. У вас, у каждого есть выбор. Либо ваше будущее будет таким ярким, красочным, отдых, да, вы будете летать за счет компании на различные конференции, будете отдыхать, шопинг, счастливая семья, хороший дом, машина, хороший доход. То есть, если вы хотите, чтобы вот так вот все было, то обязательно так оно все и будет. Но, конечно, нужно много работать, нужно стараться, учиться. Либо вы свое будущее видите таким. Дома бардак, голодные дети, мама часами сидит в интернете. То есть обычно, да, как у нас бывает, элементарно взять соцсеть «Одноклассники». Недавно зашла и посмотрела, сколько человек играет в игры. Там вот эта вот ферма какая-то, корову виртуальную растит. Вот глупости какие-то. Я никогда не играла, ну, может быть, потому что с компьютером, да, не дружила. Но я думаю, что я бы и не стала столько тратить свое время вот на такие глупости. И очень жалко, что столько людей, причем разных возрастов, это даже не молодежь, это взрослые люди, которые сидят и тратят часами свое время. Котов искать очень-очень тяжело. Не знаю, Лиля не пробовала, но думаю, что, наверное, да. Много, наверное, затрачивает сил, да, энергии. Нужно же сосредоточиться. Но это, конечно, все очень печально, что вот так вот люди не ценят свое время. Жизнь, она у нас одна. Нужно ее ценить. И нужно делать все возможное, чтобы лучше жить и обеспечить хорошее и достойное будущее себе и своим деткам. И вот хочу такой вам слайд показать. Это хочу сравнить работу по найму и работу в нашей компании, да, в проекте. Ну, работа по найму, что это? Это жесткий график, это зависимость от начальника. Налог, да, 13% на зарплату. Идет стаж, хорошо. Но здесь есть риск увольнения, особенно сейчас. Кризис, да? 12 зарплат в году. Занятость от 8 до 15 часов. А время на дорогу от 20 минут до 2 часов. То есть, ну, пробки, да, это... У меня подружка ездит на работу 2,5 часа. Я вообще не представляю, как столько времени можно находиться в транспорте, еще весь день работать, а потом еще так же ехать обратно. И домой она приезжает очень поздно, потому что вечером все едут с работы, да, и пробки. Ну, ужас. И отпуск по графику – это один раз в год. И то, если вам этот отпуск дадут.
они не скажут, да, что работать некому, как вот недавно у меня у мамы должен был быть отпуск. Но ей отпуск не дали, она ходила на работу, потому что заменить ее неким. Ну, то есть работать некому, так что не получится отпуск, все дни работают. И что же такое, да, работа с нами? Ну, во-первых, это гибкий график. То есть мы работаем в любое удобное и свободное время, да, кто-то работает ночью, кто-то там днем, рано утром, без разницы. Вот как вам удобно, так и работаем. Работаем дома. Сейчас вот на улице дубак, да, ну, кто-то бежит уже на работу в 7 утра, сломя голову. Я тоже, да, как бы знаю, потому что вожу ребенка в садик рано. Мы работаем в тепле, да, комфортно, все классно. Во-первых, мы сами себе начальники. То есть нету, да, у нас нету будильника, нету начальника, нету понедельника. А налог на доход 6%. Идет стаж, у нас 17 зарплат в году. А какие у нас премии, огромные просто премии. По турбо-росту, да, у нас есть премии для менеджеров, плюс премии за закрытые звания директорские, которые выплачиваются в долларах. Так что пока курс доллара высокий, скорее растите, закрывайте звания и получайте классные премии. Конечно, это пассивный доход. С какого уровня? С уровня золотой директор, да, уже пассивный доход. А это всего лишь две веточки, 22%. Это же так просто. Занятость от 2 до 5 часов в день. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Опять же, на ваше усмотрение, да? Время на дорогу 0 минут. Нам не нужно никуда идти, нам нужно просто проснуться, включить кнопочку на компьютере, и все, и мы на работе. Классно, правда? И поездки за границу за счет компании 1-3 раза в год. Вот такие вот поездки, да, как конференция в Египте была. Вот, пожалуйста, сравните, что для вас будет лучше, что вообще в принципе лучше. И завтра утром ехать в город. Вот, вот и я про то же. Ну, в принципе, у меня все. Я вот хочу вам такую еще картиночку показать. Дерево в желании. Хочу пожелать каждому из вас, чтобы ваши желания, ваши мечты, они сбывались. Мечтайте о великом, мечтайте много, ваши мечты обязательно будут услышаны. Я вам всем желаю хорошего настроения, позитивного, да, хороших партнеров, качественных, ключевых партнеров, таких же активных, как и вы сами. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Нет вопросов? А, вопрос вышел. Сейчас, чат убежал, секунду. А, вот, как совмещала уход за малышом, работу и как планировала свой день? Ага. Хороший вопрос, кстати. Ну, во-первых, я работала тогда, когда у меня сыночек спал. И хорошо, что у меня ребенок спокойный, то есть, как у некоторых, да, детки там плачут, там животик болит, у нас, слава богу, все хорошо было. То есть, бывало так, что он у меня играет, там, погремушечки, игрушечки, я там сижу, работаю. А, вообще, изначально получалось так, что приходилось бегать, да, туда-сюда, там, к малышу, там, что-то приготовить за компьютер, вот так вот урывками. Но это было до тех пор, пока я вот как раз не распланировала свой рабочий день. Я просто села, взяла листочек с ручкой и написала все по времени. То есть во сколько мы встаем, во сколько мы кушаем, сколько времени у меня будет уходить на уборку, готовку. Опять же, когда мы там обедаем, ужинаем, когда мы купаемся, я все себе расписала. Мне вот муж говорил, что так нереально будет жить по такому вот распорядку. Конечно, первые там, наверное, недели, ну, 2-3, может быть, ну, правда, было сложно привыкнуть к такому вот режиму, но потом, знаете, наоборот, классно. Я все успевала. Ну, и плюс я еще работала по ночам. Спала я мало, много работала. Иногда ложилась спать днем с ребенком.
Какими методами работы? Работаю я в соцсети «Одноклассники», сейчас еще пошла в «Контакт». Ну, в «Одноклассниках» немножко, да, сейчас модераторы злые какие-то стали, очень много заблокированных страничек, но, в принципе, меня это никогда не останавливало. Поэтому, кстати, если вас будут блокировать странички, это рабочие моменты, здесь совершенно не нужно расстраиваться, делайте новые и работайте дальше. Я приглашаю людей из групп, либо из поисковика, в основном группа это по вязанию, вышиванию, там, рукоделие какое-то, мамочка покрепит. Пишу я в личку, да. Пишу первое предложение. Я не говорю, что это работа в компании «Орифлейм», я просто спрашиваю, интересует ли человека дополнительный заработок. Если он отвечает мне, что да, интересует, дальше мы уже также общаемся в личку. Предлагаю созвон. Кто хочет со мной пообщаться, возможно, кто-то информацию, да, лучше вот так вот воспринимает, если рассказать. С теми созваниваюсь в скайпе или на телефон. А страничек у меня было 60 страничек в «Одноклассниках», но осталось сейчас 12. Я сейчас еще ВКонтакте делаю странички. Рассылаю в день по-разному. Иногда приглашаю от 500 человек в день, иногда от 300. Соответственно, сколько человек приняли в дружбу, да, с теми я контактирую, тому я и пишу. Вот не скажу даже. Но, конечно, стараюсь делать больше рассылок. Работаю только с друзьями, да, но сейчас... Так как лимит на приглашение, то есть сейчас не дают много приглашать, я иногда пишу просто, не приглашаю друзья, просто пишу свое предложение о работе. Но так я делаю очень редко и аккуратно. Страничка оформлена, страничка приближена к личной. То есть там мои фотографии, фотографии моей семьи, какие-то добавлены группы, добавляю тоже игры. Соответственно, в них не играю, просто добавила, чтобы были. Какие-то альбомы, да, интересные там. Ну, так как я интересуюсь рукоделием, у меня в основном как раз такие альбомы. Еще, кстати, очень хорошая вот фишка. Если кто-то любит там вязать, вышивать, может, кто-то любит готовить. Есть ВКонтакте различные группы, да, на эту тематику. Сделайте свои фотографии и выложите ВКонтакте. Но фотография должна быть с рабочей странички. Выложите ее в группу, и вам будут комментировать эту фотографию, да, заходить к вам на страничку и будут, кстати, вам писать, интересоваться о работе. У меня это очень хорошо действует. Имя, фамилия, ну, в принципе, да, но они как-то там, например, Алена Мартыненко, Мартыненко Алена, Алена Алена, девичья фамилия, фамилия мамы, там Алена Константиновна, то есть, ну, так вот меняют. Сколько регистраций в каталог? Ну, сейчас, пока мы отдыхали, регистрации у меня вообще не было. А в принципе, от 15 до 20. Ну, бывает меньше, но если меньше, то здесь уже идет более качественное включение новичка в работу. Ключевых консультантов, ну, где-то, наверное, человек 20 есть. Точно. У меня бывает так, что новичок пришел, и он сразу становится ключевым консультантом, потому что он очень активный, делает хорошие заказы, проходит обучение, хочет все знать, все и сразу. Поэтому мы тоже выберем команду ключевых консультантов и работаем дальше. Все, вопросов больше нет. Как ключевых выявляю? Я кидаю письмо по рассылке каждые 3 каталога, что набираю команду ключевых консультантов. Ну и кто хочет работать, расти, развиваться вместе с нами, кто хочет выходить, да, на отличный доход, просто кидаю ссылочку на форму, которую человек не заполняет, я уже смотрю, кто это. Ну, скорее всего, кто заполнил форму, с этим человеком я уже знакома.
потому что он активный уже. Дальше также работаем. Вам спасибо, что пришли, спасибо, что послушали. Было очень приятно с вами пообщаться. Успехов вам в работе и карьерного роста. Ну все, всем пока.